Ваши канцелярские крысы с ФБР могут найти убить Шеридана, полковник Эмос. Я сомневаюсь в этом. Держите свое мнение при себе, генерал Каррингтон. Как вам известно, для ведения расследования нам нужны доказательства. Я проведу свое расследование. Слышишь, Эмос? Свое. Номер 13 скоро перестанет быть проблемой. Джентльмены, мы готовы к началу операции. Черт, моя башка, как же больно. Вы сможете дойти до машины? Что ты там показываешь? Где, черт его дери? 50% жизни, море, чайки. Вроде бы как и романтическая обстановка, но тем не менее, плохо очень себя чувствую. Все помутнение в глазах, ничего не видно. Эй, красавица, не спеши. Не видишь? Голова болит. А? Так, картонный вертолетик, это, видимо, очень круто. Это безумно крутяк. Кто? Где? Кто меня заметил, твою мать? Черт. Вроде бы я был на пляже. Теперь я где-то во сне застрял. Черт, что ж делать? Быстро. Так, со всех сторон меня атакуют, надо прыгать. Надо срочно прыгать, у нас нет другого выбора. Хочешь жить, умей вертеться. Теперь понятно, почему я ничего не помню. Потому что меня слезали с идентификацией Борна, теперь понятно все. Привет тебе тоже. Зигхайль, ублюдки. Я отвезу вас на спасательную станцию. Попробуйте идти. Черт. Иногда мне кажется, что море мне очень близко. Черт, чайка на голову насрала. Твою мать. Поэтому я не люблю море. Так, достигнута контрольная точка. Эллен, это Дженнет. Я только что подобрала раненого человека на Брайтон-Бич. У него нет документов, и он ничего не помнит. Ему нужно как можно быстрее сделать томографию. Через час... Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, прием, Хьюстон. Как вы себя чувствуете? Все еще ничего не помните? Я нашла этот ключ в вашем кармане. Вы когда-нибудь слышали банки Уинслоу? Ни хрена на себе ключик. Нет, к сожалению, о банке Уинслоу я ничего не слышал. Так, Хьюстон. Хьюстон, у нас проблемы, Хьюстон. Тра-т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 а. Тра-та-та-та-та-та. Ништяк вообще. Тра-та-та-та-та-та-та. Классно. Что ж классного, твою мать. Меня могут сейчас убить, а я радуюсь, как ребенок. К сожалению, милая девушка в красном купальнике. Прости, дорогая, но кто-то должен выжить. И это определенно буду я. Так, идем дальше, значит. Лысый Лесли Нильсон стоит и охраняет. Хорошо, не будем его трогать. Так, что у нас тут есть? Аптечка, это то, что мне надо было. Я должен был пополнить запас здоровья, и я это сделал. Чувствую себя просто героем. Так, я взял ключ от двери, хорошо. Я вижу ноги. Прекрасно. Черножопый хочет, видимо, меня убить, но у него это не получится, потому что я умею метать ножи. Шикарно. Ну что? Не получилось у тебя коварных замыслов? Отлично. Хорошо, мы подбираем патрончики, мы подбираем все, что нужно. Давайте посмотрим, что здесь такое. По крайней мере, я лично ничего хорошего пока не вижу.
Пока что ничего хорошего. Но море... Море и чайки — это определенно круто. Но мне надо двигаться, я должен вспомнить, кто я такой, потому что я ничего не помню, что это такое. Я это брать не буду. Метательные ножи, можно брать не только их, можно брать все возможные предметы. Они пригодятся. Так, обойма. Привет. Пока. Открываем дверь. Вообще нравится. Я, честно говоря, даже не ожидал, что в моем мозгу может быть такой вот постановка кадра в виде красивой смерти наших врагов от метательных ножей или попаданий в голову. Меня это определенно заводит в какой-то степени. Так, надо пойти посмотреть, что у нас там такое. Тихо. Нет. Нет. Опять картонный вертолетик. Безусловно, очень круто. Отлично. Мне не перестает нравиться эта смерть. Очень симпатично выглядит. Хорошо. Не могу нарадоваться, что в мою мозг вмонтировали возможность увидеть все такие вот интересные смерти. Так, значит, у меня есть ключ. Я должен понять, от чего этот ключ. Ну, понятно, что от банка Уинслоу. И, скорее всего, от какой-то ячейки. Да, да. Помимо всего прочего, в моем мозгу где-нибудь засел капитан Очевидность, который подсказывает мне порядок действий. Значит, у меня есть татуировка на правой сисечке. И определенно мне больно. Я чувствую какую-то боль. А должен быть рад, потому что у меня амнезия. Многие хотят просто проснуться и все к чертям забыть. Обычно это бывает с похмелья. Так, ну что, ты сдохнешь, твою мать, или нет? Сдыхай, ублюдок! Сдохни! Шикарно, ёпт. Видишь, я еще помимо всего прочего умею озвучивать, как ты падаешь красиво, и как твои кости хрустят. Какие-то странные вы, ребята, честное слово. Честное слово. У нас есть немножко патронов для АК-47. Но он очень ужасно косит, поэтому мне придется, видимо, его выкинуть. И использовать тактику метательных ножей, которая мне очень понравилась в последнее время. Давай, сдохни уже. Шикарно. Так, заберите меня в Гималаи. Привет. Хрена себе, ёпта. Ты тоже решил ножики пометать? Утилизатор. Значит, ты не сможешь вечно бегать с номер 13. Нам какой-то лысый упоротый мужичок нам сказал напоследок, уезжая на красной офигительно быстрой лодочке. У меня 17% здоровья, и это очень-очень мало. А, черт. Лишь бы не грохнули. 9% жизни, это очень мало. Это просто фигня по сравнению со всем остальным. 9% жизни, значит. Хорошо, значит, у меня есть выбор, либо сдохнуть, либо начать сначала. А может быть, получится пройти. Как получится, ребят. Почему-то я с кем-то общаюсь, даже не понимаю, почему я это говорю. В третьем лице, ну ладно. Хорошо, я понял, что я его убил, потому что я умею стрелять с магнума. Не знаю, где я этому научился, но, видимо, амнезия помогла не только Джейсону Борну понять, кто он есть на самом деле. Отлично. Прыжок свой под Випердвертом, как говорится, прошел успешно, да, друг? Очкарик, ёпта. Так, значит, что нам делать? Мы взяли ключ. И можно валить теперь на этой карете. Давайте свалим отсюда, потому что здесь в самом деле гиблое место. Мы должны отправиться в банк. Я должен узнать, что хранится в этой ячейке. Потому что это единственное, что может привести меня на верный путь и восстановить память. Брайтон Бич, 11 часов дня. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. К сожалению, она мертва, ее больше не вернуть. Я должен направляться в Нью-Йорк. С Брайтон Бич мы должны отправиться в банк Уинслоу. Надо узнать, кто мы, с какой целью нам сделали татуировку на правой сисечке. Почему у меня в бардачке пистолет и куча патронов? 11 часов. Financial Districts. Уинслоу Банк. Ключ, который мне дала девушка в красном купальнике, определенно открывает какие-то тайны. Надо посмотреть. Хорошо, теперь я попал в банк. И мои задания следующие. Я должен добраться до сейфа и не убивать служащих банка. Это мои текущие задания. Давайте посмотрим,
что и как здесь сделано. Ууу, какой ништяк. Ха, Валера, Валера, ёпта. Так, какой-то Валера вспомнился, не знаю почему. Какие-то глупые мысли лезут в последнее время мне в голову. Добрый день. Пройдите, пожалуйста, к окошку, сэр. Пройдите, пожалуйста, к окошку, сэр. Что ты мне зихаль показываешь, ублюдок? Какое окошко? Треугольные носочки. Хорошо. А, гербарий. Гербарий — это всегда круто. Значит, я нахожусь в каком-то банке, но пока что кроме пресловутых шуток мне в голову ничего не лезет. Мое задание — подойти к окошку.